Главное, наверное, это то, что мы должны с Федерацией Всероссийской подписать соглашение между регионом и Федерацией. Это будет таким важным шагом. Но все идет поступательно, и здесь настрой нашего региона и нашего руководителя Виталия Павловича Хаценко, конечно, понятен. И понятно и самое главное, что действительно, что за этим проектом стоит и руководство нашей страны, и прежде всего наш президент Владимир Владимирович Путин. Сегодня вы увидели понятное и устойчивое желание руководителей региона, руководителей партии в регионе, руководителей законодательной власти помогать самбо и материально, и организационно. Для того, чтобы эффективно решать вопрос развития кадрового потенциала самбо, нам необходимо, чтобы те ребята, которые заканчивают спортивные школы, приходили и обучались у нас, в других профильных вузах нашей страны, где они получат профессию тренера и смогут реализоваться уже не только как спортсмены, но и как тренеры, как педагоги. Мы хотим просто показать картинку, как выглядит самбо, что такое самбо, чтобы это было наглядно. Мы учим детей самостраховки, кувыркаться, акробатики, игры с элементами борьбы. То есть все достаточно интересно проходит и для детей очень хорошо развивается.